Коллектив Краснодарского театра балета Юрия Григоровича представит постановки «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Жизель». Впервые краснодарские артисты покажут зрителям шедевры русских сезонов в Париже. Это вечер балетов, в программу которого вошли известные этюды «Жар птица», «Шахерезада», «Седьмой вальс», «Видение розы», «Карнавал» и «Умирающий лебедь», поставленные на музыку великих композиторов Шопена, Римского-Корсакова, Шумана, Стравинского и других. Мы хотели представить вам разнообразие нашего репертуара, чтобы вызвать зрительский интерес, полноценный, на будущее наши гастроли. Потому что каждой нашей гастроли мы стараемся не повторяться. У нас большой репертуар, и мы имеем возможности показывать разные спектакли. Важно, чтобы возможности сцены позволяли нам показывать спектакли Григоровича. Театр балета Юрия Григоровича славится не только профессиональными артистами, но и своей зрелищностью. 3 еврофуры объемом 120 кубов понадобилось театру, чтобы привезти в Сочи декорации, костюмы и светооборудование. Завершатся гастроли Краснодарского театра балета 10 августа премьерой «Жизель». В следующий раз труппа приедет на курорт в сентябре и вновь представит публике новинку – балет по мотивам сказки итальянского писателя Джанни Родари «Чиполлино».